Привет, меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал «Алмазная мозаика в США». И в этом видео я хотела бы вам показать свою законченную работу «Смерч» от американского производителя Diamond Dots. Итак, давайте, наверное, сейчас начнем с технических характеристик этого набора, и потом я своим личным впечатлением поделюсь, что для меня эта картина означает. В общем, этот набор был куплен с официального сайта производителя этого набора, американской компании Diamond Dots. Это полная выкладка квадратными стразами, и размер этой работы 52 на 32 сантиметра. Называется смерч. Твистер. Наверное, как смерч, лучше ураган. Наверное, лучше как смерч перевести. Этот набор пришел с 23 цветами. Естественно, 22 цвета — это обычные пластиковые квадратные стразы. Но один цвет, белый, был AB-стразы. Белые AB-стразы. Это пока редкость, но в Америке они довольно-таки популярны. Конечно, разнообразие их не настолько велико, как цветовое, я имею в виду, как круглых AB-страз, но все равно много есть. Вот и белый цвет. Но, как вы уже, наверное, заметили, я добавила свои какие-то изменения в этот набор. Я заменила один цвет серый серыми AB-стразами. Вот вы видите их здесь. Конечно, они не очень хорошо на камере выходят, в реальной жизни намного лучше выглядят. Ну и также я добавила кристальные акценты вот сюда вот на... Я прошу прощения за скрип. Кристальные акценты вот сюда вот на стекло... не на стекло, а на окошко, чтобы вот опять передать атмосферу света, идущего из нее, из него, из окна. И мне кажется, у меня это получилось, в принципе, да. Действительно создается такое впечатление, особенно когда ты издалека смотришь, что это действительно свет из окна идет. Я использовала обычные кристальные, как мерцающие стразы. Вот, просто пробовала подобрать по цветам, которые оригинально шли в этой картине. Ну вот, просто подбирала, чтобы был хоть как-то близок к оригинальному цвету. Мерцающие стразы, чтобы сочетание цветов не подвело, и вот создалась иллюзия действительно выходящего из окна света. Я довольна результатом, да, тут, как вы знаете, Diamond Dots, я хвалю очень часто эту компанию, у меня очень много работ от этой компании. Это качество, это, знаете, как золотые ручки.
То есть, и, когда ты покупаешь золотые ручки, ты знаешь, что тебе придет качественный набор. Почему? Потому что они прорабатывают свои наборы. Там есть команда художников, кто это делает. Но они при этом дорогие. То же самое с Diamond Dots. Также, когда ты покупаешь, ты, в принципе, уверен, что у тебя будет какой... Ты знаешь, что у тебя будет хороший финальный результат. Ты знаешь, за что ты платишь деньги. И технически все было превосходно, начиная от замечательной... канвы на тканевой основе из полиэстера, ну и заканчивая самой картиной, как она получилась, вот этой дефиницией, четкостью, резолюцией. Эта картина, она довольно-таки маленькая, 52 на 32 сантиметра, но при этом вы можете видеть в ней все, да, и ветки, и какая-то пыль, или что это вот тут вот, да, от смерча. И дом, и сочетание цветов красивое, в общем, мне очень нравится. Хотя, конечно же, сама, да, вот эта вот картина, она такая довольно-таки мрачная, честно говоря, начала я эту картину вышивать вот как раз во время ожесточенной фазы войны в Украине. И, в принципе, вот почему я ее начала, почему я, у меня других много картин, почему я именно вот эту начала, потому что то, вот то, что вы видите здесь, это то, что у меня было в душе. То есть там смешалось все, и гнев, и депрессии, какой-то ужас и безысходность, но при этом, да, вот этот вот ураган, в общем, эта картина очень символична для меня, то есть вот, этот ураган смерч, да, смерч, это, вот он для меня символизирует вот эту вот войну, ниоткуда вообще она пришла. Я, по крайней мере, я вообще этого не ожидала, да. Бас пришла вообще ниоткуда, вот с этими уничтожающими ветрами все вокруг. Дом символизирует Украину. Свет в окне — это то, что там, да, люди живут. И несмотря даже на то, что вот этот вот смерч, он вот такой вот смертоносный, идет прямо на дом, в этом доме есть бейсмент, да, подвальное помещение. То есть, ну, в Америке бейсмент — это немножечко другое, это как бы нижний этаж, вот, где люди прячутся. И даже если этот ураган разрушит этот дом, люди спасутся, они выйдут наружу. Из этого подвала, из этого бейсмента, из этого первого этажа, не первого, а подземного этажа, и они отстроят новый дом. И этот дом будет еще сильнее, еще красивее, и больше никакой типа, да, природный катаклизм, его не уничтожит. Ну и также есть и очень огромный шанс, что и этот дом выстоит, и когда это все закончится, то людям не надо будет новый строить, но, по крайней мере, они его укрепят, они его отремонтируют, усовершенствуют. И опять же, никакой ураган не страшен. Больше будет им никакой смерч, вообще ничего. Вот. Так что вот это для меня то, что символизирует эта картина, когда я ее выкладывала. В общем, вот так вот она выглядит. Я, конечно, оставлю, как всегда, ссылку под видео на этот магазин. Опять я не знаю, я не думаю, что они высылают за пределы США. Может быть, они в Европу высылают. Я знаю, что в Европе есть магазин Diamond Dots в Италии, по крайней мере. Но я уверена, что и в других европейских странах. Вот, думаю, что если есть возможность попробовать этот магазин, попробуйте. Я, конечно, в восторге вот этого, от Diamond Dots. На этом все. Спасибо большое за внимание. Надеюсь, вам видео понравилось и счастливо.